грани кристалла, да, и объединил это все эмблемой универсиады. Будущая архитектор Анастасия Михайлина специально для конкурса придумала два эскиза чаши огня универсиады 2019 года. В этой работе студентка предложила ее соединить со стелой, которая будет возвышаться над Енисеем. По задумке девушки, огонь зажгут и на суше, и на воде. Про конкурс я узнала в газете университетской. И, конечно, мне захотелось принять участие. В 2015 году участвовала в конкурсе «Дизайн факела универсиады» и стала финалистом конкурса. Эта балка весом в 10 тонн будет держать кровлю объекта универсиады. С осени 2015 года в Свердловском районе возводят спортивно-зрелищный комплекс «Следовые арены». В 2019-м за международными соревнованиями здесь могут наблюдать одномоментно 7 тысяч болельщиков. И рядом с платином арены «Красноярск» на берегу Енисея установят чашу огня Всемирных студенческих игр. Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Какой будет чаша огня универсиады, определит конкурс. В нем может участвовать молодежь в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны. Автор лучшего эскиза получит денежную премию 50 тысяч рублей. Сейчас мы выбираем идеи для чаши огня универсиады, которая будет очень важна до универсиады, в момент универсиады. И, возможно, после универсиады будет важным элементом городской жизни, будет новым знаковым местом в городе Красноярске. Формальное требование, поэтому любая идея практически может найти свое применение. Она может быть подана в конкурсе, может быть рассмотрена. И уже конкурсная комиссия будет профессионально оценивать, как этот образ соотносится с образом универсиады. Конкурс молодых архитекторов продлится до 19 мая, а построить чашу планируют осенью следующего года. Фаиля Шарыпова, Денис Тимошенко, новости.